день, друзья! Как же я по вам соскучилась! До Нового года осталось совсем немного времени, и нужно обязательно успеть доделать все важные дела. В декабре вас ждут 7 сказочных встреч. Вместе с книжными героями мы будем готовиться к зимним праздникам. Почему 7? Это же волшебное число, и к тому же мое любимое. Так же, как и вы, ребята, я очень люблю подарки. Однажды лесные жители приготовили для меня удивительный сюрприз. Хотите узнать, какой? Об этой истории рассказали сказочницы Софья Прокофьева и Ирина Токмакова в книге «Подарок для Снегурочки». Она ждет вас в библиотеке. Хочу сказать вам по секрету, Дедушка Мороз тоже радуется подаркам, как ребенок, но подаркам особенным. Каждый из вас может его порадовать. Для этого нужно превратить окна в вашем доме в волшебные. Украшайте их всем, что есть под рукой. Удачи вам в творчестве и вдохновения!